Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Валерий Матюшев, деревня Дворище, Лидский район, Гродненская область, Республика Беларусь. Сегодня 27 февраля, 16 часов 48 минут. Сейчас я хочу повторить опыт бразильских партнеров, в которых было четко видно, что солярка, дизельное топливо, чистое, производит больше дыма, чем дизельное топливо, в которое добавлен вот этот продукт под названием MPG Boost. Значит, перед вами две лампы керосиновые. Правда, без стекол и без этих корон. Ну, что нашел? Здесь у нас чистая солярка, вот она беленькая. Здесь у нас солярка, видите, желтоватого цвета. Сюда добавлен MPG Boost. Сейчас я зажгу эти обе лампы. И вы увидите разницу в горении. Я думаю, на фоне белой ткани видно, где идет дым, где нет дыма. Сейчас я немножко наеду. Вот наблюдайте. Откуда идет дым, откуда нет дыма. Видно хорошо. Сейчас я ближе подойду. Как видите, пламя практически одинаковое по размеру. Но там, где чистая солярка, то есть в этой лампе, видите, топливо, солярка не сгорает полностью и с дымом улетучивается вверх. Здесь же топливо сгорает полностью. Края пламени практически ровные. Нету дыма никакого. Так что я думаю, дорогие друзья, что сейчас я смог вам доказать эффективность вот этого замечательного продукта, этот чудо-продукт, который позволяет уменьшить расходы топлива. У меня лично летом 29% экономии, зимой поменьше, 25-23%. Ну, это связано с прогревом двигателя. Когда двигатель полностью прогрет, ну, и зимой тоже получается 29%. Вот оно, бесспорное доказательство работоспособности продукта. Так что, дорогой друг, если ты болеешь за свой автомобиль, за своего железного коня, смотри и делай правильные выводы. Попробуйте, испытайте, проведите такой же эксперимент, попробуйте на автомобиле. Только не забудьте правильно замерить расход топлива до продукта и после продукта. Вся загвоздка в правильных измерениях. Если вы не знаете точно расход вашего автомобиля на чистом топливе, то как вы сможете понять, что у вас идет экономия при добавлении MPG Boost? Вы видите сами результат. Я желаю вам удачи. Для скептиков, для тех, кто любит придираться ко всяким мелочам, я сейчас повторю этот опыт, просто поменяю лампы местами. Дело в том, что там дверь. Это мой гараж, у меня студии для записи нету, это мой гараж. Там дверь, оттуда идет небольшой ветерок. Может, это влияет как-то на горение? Давайте проверим. Значит, в данный момент дизельное топливо с MPG Boost находится в этой лампе. И чистое дизельное топливо находится в этой лампе. Поджигаем и подрегулируем высоту пламени, чтобы она была одинаковая. Ну вот, практически высота пламени одинаковая. Сейчас я поближе вам покажу. Ну вот, наблюдайте. Пламя практически одинаковое по высоте. Слева чистое дизельное топливо, идет дым. Справа дизельное топливо с MPG Boost. Никакого дыма нету. Вот именно по этой причине у меня выхлопная труба чистая. И мой автомобиль экологически чистый. Более 60 тысяч человек пользуются этим замечательным продуктом, защищают свой автомобиль от вот этой копоти и тем самым защищают нашу планету от этой гари. То есть те люди, которые пользуются этим продуктом, они думают не только о себе, не только о своей выгоде. Они думают о вас, они думают о ваших детях, о ваших внуках. Мы не засоряем атмосферу. А вы...
засоряете. Подумайте над этим. Я желаю вам удачи.